Всем привет, вы на канале Денис ТВ. Хочу вам показать своего кота в одежде. У него есть такая вот... Убежал. Больно! Есть такая вот кофточка розового цвета. Он ее очень любит на самом деле. Не обращайте внимания на то, что он такой недовольный. Он в ней по квартире играет, носится. Сейчас он просто спал, я его разбудил. И он недовольный. Мы, конечно, каждый день не одеваем эту кофточку. Бонус. Потому что, ну, все же неудобно. Вот, и просто это как бы и не нужно. Так, иногда на день рождения Бонни наденем, да, Бонни? На день рождения одеваешь кофточку, одеваешь. На Новый год одеваем. Вот. Сейчас покажу вам свою крольчиху еще. У нее тоже есть. Маечка мы купили недавно. Ей понравилось. Сама прыгает. Вот. В одежду свою. Нинина, я тебя снимаю. Посмотрите на мою красивую девочку. В маечке. Вот такая у нее маечка красивая. Мы ее купили. У Бонни есть, а у Нинины не было. Вот мы Нинине тоже решили купить. Теперь у нас Нинина красивая, что она еще красивее стала. Да, Нинис? Нининас. Тебе нравится, да, Нинис? Нравится? Нинис, Нинас. Нинас, ты меня пугаешь? Зачем меня пугаешь? Нинас, девочка моя. Привет будешь передавать? Привет будешь передавать? Нин, что-нибудь скажешь? Не хочешь? Ой. Чего сдираешь-то? Чего сдираешь? Сейчас сниму. Дай людям показать, какая ты красивая. В маечке. Ну, сейчас сниму. Сейчас сниму. Все, снимаю. Снимаю. Все, успокойся. А я одеваю ей второй раз, она поэтому еще не привыкла. Стой, сейчас сниму. Снимай сама тогда. Все, иди. Иди, говорю. Вот и все. Вот и все. Все. Да. Не ругайся. Че ворчишь? Нинас. Че, Бонь пошла искать, что ли? Бонь внизу. Под кроватью сидит. Бонь из-под кровати сидит, Нинас. Где носик? Носик где? Носик. Вот такие вот у меня красивые животные. Очень мы их сильно любим. И еще раз хочу вот повториться, что одежду мы одеваем только по праздникам. На дни рождения их, на Новый год. А Нинине так вообще вот пару дней назад только купили маечку. Вот. Как-то так, в общем. Им это очень нравится. Для них это веселье. Особенно для Буни. Он носится в ней как угорелый. Что-то он на камеру не хотел играть. Но он спал. Я его разбудил. В общем, как-то так получилось. Он идет. Вон Эс. Нина, ты заснула, что ли? Ты заснула? Ладно, спи. Все.